Всем привет! Вы на канале Денден ТВ. В сегодняшнем видео мы снимем вторую часть реставрации стула. Первая часть выложена на канале «Дважды отец Дмитрий». Можете зайти, посмотреть, ссылочку я оставлю под видео. Сегодня мы будем заниматься отделкой и досборкой стула. Сейчас мы загрунтуем вот таким грунтом этот стульчик. Первым делом нужно размешать грунт. Все, начинаем грунтовать. Грунтовали стул, теперь ждем, когда он высохнет, потом будет шлифовка. А сейчас мы будем обивать сидушку. Смотрите, что я подготовил. Сама сидушка, предварительно почистили ее. А поролон, ну так как у меня поролон только такой, где-то примерно 1,5 сантиметра толщина, будем работать с тем, что есть. Старая шторина, вот такого цвета, материал такой плотный. Чем-то напоминает издали брезент. Вот с таким рисунком. Еще подготовил клей ПВА, степлер, скобы, нож, ножницы и кисточка для ПВА, чтобы вот сюда нанести тоненький слой клея, положить поролон, чтобы он не съезжал. Чуть-чуть его приклеить. Все, начинаем обивать. Такая у нас сидушка после обивки получилась. Ну, вот этот лишний можно срезать, можно оставить. В принципе, этого видно не будет. Так, откладываем сидушку. Начинаем заниматься стулом. Будем красить вот такой вот краской. Куго, цвет синенький. И теперь красим стул синей краской. Далее на синюю краску наносим белую краску, создавая эффект облаков. Так, вот у нас получился стул. После отделки использовалось два вида красок. Два цвета красок. Синяя и белая. Сейчас мы будем его собирать вот на эти болты. В одном из видео я показывал, какие они были ржавые и как их очистить без труда. Вот что у нас получилось из старого стула. Если вам понравилось мое видео, ставьте оценки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!